Ассаляму алейкум. В прошлый раз знакомство с дельфинами произвело на нас впечатление, и мы сегодня пришли, чтобы укрепить это знакомство и попробовать, получится у нас их покорять или нет. Морские котики, несмотря на название, никакого отношения к кошкам не имеют. Это ластоногие млекопитающие, относящиеся к семейству ушастых тюленей. Их ближайшими родственниками являются животные с еще одним кошачьим названием – морские львы. Существует 7 видов морских котиков, которые разделены на 2 рода – северные морские котики и южные морские котики. Облик этих животных типичен для ластоногих. У них вытянутое туловище, относительно короткая шея, небольшая голова, а конечности уплощены и превратились в ласты. По сравнению с настоящими тюленями, морские котики не такие толстые и передвигаются по суше, опираясь на все 4 конечности, в то время как тюлени ползают на брюхе, волоча задние ноги. Хвост у этих животных настолько короткий, что практически не виден. В отличие от настоящих тюленей, морские котики имеют ушные раковины, за что и получили название «ушастые тюлени». Питаются морские котики преимущественно рыбой. Реже могут поедать головоногих моллюсков. В воде это ловкие быстрые хищники, к тому же довольно прожорливые. Несмотря на стадный образ жизни, морские котики не проявляют солидарности и не совершают организованных совместных действий. Каждый зверь охотится в одиночку, по отдельности приходит и уходит с берега. В то же время эти животные обладают высоким уровнем интеллекта, быстро обучаются и способны выучить много сложных команд. По данным ученых, занимающихся исследованием поведения морских млекопитающих, дельфинам свойственно помогать тем, кто остался без защиты. И ничего удивительного в таком поведении дельфинов нет. О дельфинах-спасателях рассказывал еще отец истории Геродот. Он описал, как Дельфос спас от смерти греческого певца Ориона, жившего в 7 веке до нашей эры. О другом случае спасения более 20 веков назад написал Плутарх в книге о способностях животных. Телемах, сын известного путешественника Одиссея, будучи ребенком, упал с судна в воду и стал тонуть. К нему на помощь устремился дельфин. Он спас малыша и доставил его к берегу. Мы вместе посидели, посмотрели представление. Ну, как ваши эмоции? Что вам понравилось? Великолепно, как я уже тебе сказал, такое чувство, что этим дельфинам еще не хватает крылья, чтобы взлететь. Я думаю, они бы выполняли неимоверные трюки.
удивительное отношение тренера. Даже нельзя его называть дрессировщика, потому что отношение больше тренера, да, к другу. Как они понимают друг друга, как они поддерживают друг друга. В 1943 году во Флориде дельфин спас молодую женщину, вытолкнув ее на мелководье. В 1959 году, недалеко от островов Сан-Андреас, произошло крушение судна «Рио-Онтарио». Акулы пытались наброситься на раненых пассажиров, оказавшихся в воде, но им вовремя помешали дельфины. Дима, нет сомнений в том, что детям здесь хорошо. Мне другой вопрос. А дельфинам насколько здесь хорошо? Недавно у нас был на одной программе специалист по дельфинотерапии, и он сказал, все-таки лучше всего дельфинарий держать на берегах морской воды, да, где у них больше территории, где они раскрывают все свои возможности. Что ты думаешь об этом? У нас здесь, они на берегу моря, но все условия то же самое, что и в море. Mm-hmm. То есть вода, все, контакт, еда. Самое основное у них еда и общение. Ага. То есть мы даем им максимум, то, что мы можем отдать, чтобы они себя хорошо чувствовали. Некоторые ученые довольно скептически относятся к дельфинам-спасателям. Они больше склонны считать, что люди мешают дельфинам во время охоты. Поэтому они стремятся как можно быстрее вытолкать людей из зоны охоты. С точки зрения дельфина, направление этого выталкивания значения не имеет. Куда быстрее, туда и толкают. А по другой версии, дельфины просто очень любят играть. К тому же у них очень заложен природный рефлекс, связанный с рождением малыша. Новорожденного дельфиненка стая дружно выталкивает на поверхность, чтобы он подышал воздухом. Дорогие телезрители, только что мы любовались этим прекрасным представлением, и мы сейчас присоединимся к нашим дельфинам и попытаемся повторить некоторые трюки, которые так легко удавались тренерам. Потому что первое, что приходит в голову каждому из нас, это легко ли это повторить? Итак, только что я попытался повторить некоторые трюки, которые нам показывали в этом представлении. На самом деле ощущение не передать словами. У дельфинов характер поддерживать человека, адаптироваться под человеку, терпеть человека, дать ему всю возможную помощь, чтобы он выполнил то, что он хочет. Дельфины с большим вниманием относятся к животному миру и к своим собратьям в частности. Раненых или заболевших они не оставляют в одиночестве. И если требуется, поддерживают у поверхности воды, чтобы те могли сделать хоть глоток воздуха. Очевидно, у дельфинов есть природная роль в этой жизни, и это помогает человеку и приносит ему радость.
провели этот эксперимент с людьми разной возрастной категории. С взрослым человеком, с подростком и с маленьким ребенком. И каждый раз мы замечали, что дельфины спешили на помощь ребенку больше, чем они спешили на помощь подростку или взрослому человеку. Давайте мы это увидим. Факт спасения дельфинами людей, оказавшихся под угрозой водной стихии, является общеизвестным с давних времен, о чем свидетельствует и древняя мифология. Так, созвездие дельфина нашло свое почетное место на нашем небосклоне. Нам, наша задача, вот задача тренера, чтобы он обеспечил им всегда какое-то внимание, всегда дал им нужное им питание, то есть начиная с утра до вечера они постоянно должны кушать рыбу. Это самое основное. А второе, то что если он хочет поиграться, он выпрыгнет, будет играться. Не хочет, он себе поплывет. Захочет обрызгать, он подойдет, это сделает. То есть он делает то, что, ну, то, что он хочет. То есть вы больше играете роль друга, а не хозяина-повелителя, это так? Ну, конечно. Мы заслужили их доверие, и на то, что мы, они нам сильно доверяют, и за это они отвечают нам взаимностью. Мы их что-то просим, а они это делают. Так же самое, если он не хочет просить, ну, мы его можем попросить, погладить его, упросить, как маленького ребенка, там, ну, докушай уже. И они начинают, ну, тоже идти навстречу, и все у нас получается вместе. Бытует мнение, что самые умные животные – это дельфины. Некоторые ученые допускают, что дельфины могут быть умнее даже людей. Когда дельфинов начали изучать и дрессировать в середине прошлого века, то первые результаты этой работы показались такими необычными, что постепенно сложилась легенда о необычайно высоком интеллекте дельфинов. Итак, дорогие братья и сестры, уважение, дружба и доверие, взаимопонимание – это самые главные уроки, которые мы получаем от жизни дельфинов. Одно свойство дельфиньего мозга совершенно уникально. Он никогда по-настоящему не спит. Спят поочередное то левое, то правое полушарие. Дельфину необходимо время от времени всплывать на поверхность для дыхания. Ночью за это по очереди отвечают бодрствующие половины мозга. И еще раз, дорогие братья и сестры, хочу напомнить о том, что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что в каждом живом существе есть возможность человеку творить добро. И наша дельфинария Немо здесь, в Киеве, тоже нуждается в вашей молитве и вашей помощи. Не забывайте о благотворительности. Это была программа «Живая планета» и я ее ведущий Тарик Тархан. Ассаляму алейкум!